закончив покраску, позаботьтесь о том, чтобы можно было воспользоваться валиком еще раз. Для этого нам потребуется пластиковая бутылка и немного олифы. Наливаем олифу в пластиковую бутылку широким горлышком и помещаем валик вот таким вот образом. И поставьте бутылку в укромном месте. Когда в следующий раз вы займетесь ремонтными работами, валик достаточно просто извлечь из бутылки, и он полностью готов к использованию.